походу еще. Мочим тварь. Какие раскрыть. О, отлично. Так, так, так. Друзья, подписывайтесь на канал Терминатор Топ Геймер. Канал по прохождению игр, таких как Call of Duty, Resident Evil 7, Darksiders. Эпичные моменты и интересная озвучка не дадут вам заскучать. Подписывайтесь на канал. Ссылки в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас второй финалист вчерашнего опроса. Ну или, может быть, уже позавчерашнего. Just Cause 3. Надеюсь, правильно произнес? Точно не знаю. Я играл во вторую часть. Она довольно-таки хорошая, отличная. Мне она очень понравилась. Особенно летать на парашюте мне безумно нравилось. И крушить все подряд. Это было веселое время. Но сейчас у нас третья часть. Рико, он немного изменился. На лицо, по крайней мере. Все такие же огромные здания, которые нужно разрушить. Те же банды. Такие же болтуны. Так, это мы пропустим. Это мы тоже пропустим. Не люблю много болтовни. Сразу начнем. Так, у нас есть РПГ. Так, что-то не понял. А, как... А, тут нету такого, чтобы целиться, что ли? Так, давай. Что-то как-то мышка слишком чувствительная, надо ее настроить бы. Так, управление на ПК. Мышка, мышка, пешком. Так. Так, не то. Управление здесь, конечно, странное, но ничего, сейчас разберемся. Интерфейс. Да что такое? Катер. Так, пешком. Блин, чувствительности мыши тут нету. Так. Прыжок. Иди, паузу открыть. Не то. Назад на Ctrl, блин, это вообще гениально. Так, катер, водный мотоцикл, вертолет, интерфейс. Так. Нету. Это что вообще такое? Взлет. Удерживать Е. Ускорение Shift. Так. Этим разберемся. Так. Это что? Нету, здесь нету чувствительности мыши. Чувствительность камеры. Может, это от этого зависит. А, ну, в принципе, да. Так, что тут еще есть? Самолеты всякие. Так. Защищайте самолет. Ну, это без проблем. Это я умею. Так, вот еще. Мочим твари. Что-то они быстро взрываются. Мы пока... до них долетим, блин. Так, тут как обычно. Не попал. Ладно. Вот, они с одного выстрела, блин, взрываются. Так неинтересно как-то. Что-то у меня немного лагает. Так, я хочу на крыло. А, на крыло нельзя. Это плохо. А на самый нос можно? Можно. Что здесь только не можно, блин. Чё за... А, так нужно, да? Тогда ладно. Так. Только не погибни! Да, я бы с удовольствием. Только... Так. Space. А как крюк? Где крюк? Не понял. Ну да ладно. Походу нас... научат. Что-то как. Да спускайся уже, давай. А, вот и крюк. Си, это я. Марио. Так, отлично. Резовая
Здесь милиция! Бей их! Да, спорю, что милиция отлично встретит Рико Родригеса. Штопы! Хватайте! Нате вам всем по пуле, детки! Отлично! Мне это очень даже нравится. Так, вот наш болтун. Рико! Ну, вообще-то я их всех перебил. Сколько же прошло лет, но ты очень вовремя. Милиция Диравелло меня бы прикончила. Так, молодцы. Ладно, это пропустим. Не люблю такие катсцены. Так, машина. Марио, Марио, ответь, где ты? Нас зажали! Где вас зажали? Блин, она еле поворачивает. А, ты же знаешь, как бывает. О, что произошло? Не понял. Давай, короче, ты за рулем. А я тут сверху посижу. Так, а ну-ка. Ну. О, блин. Я хотел, чтобы она ехала, блин. И я летел за ней. Ну да ладно. Сейчас мы тут со всеми разберемся. Не останавливайся, Рико. На тебя, тварь. Так, он едет за нами. А стрелять как? Из машины стрелять можно? Ладно, сейчас. Вот так постреляем. Они подпрыгивают от пулей. Я даже знаю, куда она им попала. Так, отлично, едь давай. Блин, ты слишком по правилам ездишь, дай-ка я. Очень плохо, что нельзя на ходу стрелять. И азота нет. Так. Руч... Блин, все время путаю. Ручник тут... Shift, оказывается. Так интересно. Ну ничего, я думаю, я привыкну к этому. Просто парашют на пробел. То shift для парашюта будет как-то совсем не то. Так. Ууу, блин! Он живой остался. Чё? Так, они взрываются, это хорошо. Так, ты чё такой живучий? Ну, эти вам твари. Чё, не понял? Чё в меня так стреляют? Так. Убейте солдат, чтобы избежать погони. Ну, это не трудно. Просто, как бы мне танк сесть. По-моему, он подсвечивается. Но не садится. Ага, вот. Обязательно, блин, залезть надо. Вот вам, твари, на, держи. Еще одну. Так, он не ездит. Понятно. Хочу взорвать заправку. А, она уже взорвана. Тут все рушится. Блин, как круто. Только это здание не хочет. Ну да ладно, это не проблема. Так, поворачивай давай. Где ты? Вот он. Умер? Ты живой, что ли? Они нашли Дайму. Вон она туда. На ферме. А, отлично. Что у нас тут дальше? Ферма для нас потеряна. Долго не продержимся. Запрашиваю подкрепление. Рико, ты свободен? Надо ее защитить. Встретимся там. Нет проблем. Ну давай на ферму. Давай, 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 быстрее на ферму. Можешь взять вертолет, фратре. Я бы его и так взял, даже если ты не разрешила. Так, как летать? Чё-то не понял.
Что происходит? Shift подъем. Понятно. Очень удобное управление, скажу я вам. Но вертолет очень даже быстрый. Доброе утро, граждане Медичи. Я, как вы поняли, теперь представляю новостную сеть Диравелла. Единственный легальный источник новостей. Очень похоже на Пейтона Мина с Far Cry 4. Имели место мелкие антиправительственные... Так, мелкие. Выпрыгивай. Но давай. Сейчас войска уже подавляют последние очаги терроризма. Вива, так, Медичи. Давай, летим. Так, это плохой или хороший? Так, ясно. Блин, падать с таких высот и не умирает. Это что-то. Это, блин, не игра, а шедевр. Все, отлично. Так, давай. Давай на пушку. Где? Не вижу никого. В кого стрелять? А вот кто-то едет. Ха-ха. Отличный пулемет. Он бы мне пригодился. В Alien Isolation. Если бы еще, конечно, стрелял бы зажигательными пулями. Вообще шикарно было бы. Ну, хотя и так сойдет. На тебе, тварь. Отлично. Где эта машина? Нету. Еще кто-то живой остался. На мотоцикле приехал. Молодец вообще. Ха-ха-ха, получилось! Как тебе, а? Ну, то есть у меня получилось, а ты помогал. Из нас бы вышла отличная команда. Фриго и дорогие. Да, давай селфи. Закадычных друзей снимай. Ух ты, а я классно выгляжу. А, вот ты где. Дайма. Дайма Алиумар Альмасри. Чё? Лучевая кость не раздроблена? Ладьевидная цела? А, эта модель крюка устарела. Это настоящая древность. Ее давно пора улучшить. Заходи, ну давай улучши. Когда будет реально. Или осуществимо. Дайма, я тоже рад тебя видеть, Дайма. О, привет. Ну, больная Кэт. Зачем ты вообще с ней разговариваешь? Ну давай. Так. Миссия выполнена, с возвращением. У тебя отлично. Еще старый крюк. Загляни ко мне за улучшением. Время улучшится. Ну давай. А, не сюда. Ладно. Так, начать миссию. Я только за. Чем больше, тем лучше. Мясо, мясо, мясо. Восстание в Медичи. Опасная затея. Пойдем со мной. Я покажу тебе кое-что, не связанное с клонами. Идем. Улучшенная модель. Мы можем приступить к испытаниям. У тебя остался твой пассив? Быстро она улучшила. Отлично. Я довольна, что нам удалось снизить число аварийных отказов. Конечно, мы были осторожны и думали о безопасности. Ну давай, быстрее уже. Блин, придется пропускать эту пустую болтовню. Покажите мне, что взорвать. Рика, я это сделаю так. Запусти крюк, а когда будешь сматывать, открой парашют. Хорошо. Теперь попробуй еще раз. Исключим весь... Отлично. Встретимся на посту Гвардия Альфа. Так, понял. Так, что-то... Я помню этим крюком. Ага, вот так, да. Вот так я и летал. Попробуй запустить крюк, когда ты на парашюте. Да запускал я его уже. Ты опоздала. Сюда. Сюда. Что такое? Вот так. Взрыв предотвращен. Взрыв? Безопасность прежде всего. Новая модель. Да, идем. Я в порядке. Если с конструкцией что-то не так, я должна буду это исправить. Ты же не боишься летать? Нет, конечно нет. Агент, боящийся высоты. О,
Это повстанцы. Салюты! Салюты! Салют! Что ты со мной... Да все уже. Неинтересная болтовня. Так, что дальше? Прикрепить. Удерживайте. Отлично. Ага, понятно. Теперь shift. Вот о, прекрасно. Хорошо. Я вхожу. А ну-ка. Лети. Уху! Круто! Мне это нравится. Так, ты давай туда. Вот так. А интересно, я смогу их разрушить? Давай туда. Да. Мне это очень нравится. Давай, 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 давай. Уничтожьте. А, ну, я уже почти уничтожил. Ну, давай. Не взрывается? А, ясно. Так, давай тогда бочку. К ней. Да не так, блин. Вот сюда. Блин. Я не хотел так. Так. Иди-ка сюда. Вот сюда иди. Не взрывайся. Так, теперь вот сюда. Что это было? Ясно. А интересно, у меня будут какие-нибудь улучшения? Также мне нужна помощь. Передаю новые координаты. Так, все, бабуля. Я лечу. Ой, хотел не так. А, блин, это удерживать, ясно. Вот так. То чуть-чуть запутался. Ну ничего, сейчас быстренько освоюсь со всем управлением и со всем, что тут нужно делать. Кто им сеть останавливал? Бабуины? Ладно, можно было просто покричать. Сейчас начнется атака. Войска на подходе. Это ответный удар. Так, ну игра довольно-таки однообразна, что ли. Так, а куда мне нужно вообще? Ее раскрыть. О, отлично. Дайма! А Вингсют-то хорош! О, мне это нравится. Хорошо. Круто. Рада, что тебе нравится. Поспеши к мосту. Промахнулся. Возможно, не сообщила. Я дала тебе GE-64. Опытный образец. С Бавариевой взрывчаткой. Тогда начнем с моста. Так, заложить. Как заложить-то? Как мне это сделать? Внизу, что ли? Да нет, не внизу. Наверх мне нужно. Да поднимайся, идиот. Как мне заложить бомбу? А, капслок. Так. Отлично. И вторую. Далеко, блин, а бросить никак не вариант, да? Иди давай. Иду к точке наблюдения. А где точка наблюдения? Бойцы, так, понял. Каравелла движутся быстро. Пожалуйста, поторопись. Да давай, цепляй свой крюк. Вот, молодец. Готов. Так, удерживайте. Конвоя. Удерживать R. Ага, вот, вижу. Так. Четыре машины. Ну, не так уж много. Так, а дальше. Люди Равелла даже не поймут, что случилось. Сейчас еще один заедет и бум. И все? Отлично! Рекомендую подобрать броскую геройскую реплику. Или... Блин, подожди, один уехал. Я засекла вертолеты на подходе. Где? Рядом я не две вижу. Установки ракет «Земля-воздух». Отмечу их расположение. Рекомендую перепрограммировать. Вау! 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 Вау!
Че это было? Найди панель управления. Че? Кто стреляет? Не понял. Ну-ка. Шел отсюда. Так, взломать. Я буду с ним стрелять. Установка под нашим управлением. Теперь к следующей точке. Скорее. Где следующая точка? Блин. Она желтая, и на этой карте ее не видно совсем. А как он? Он не бегает? Блин, он не бегает. Это что такое? Вот. Я тебя вижу. Так, я тебе сюрприз устрою сейчас. Подожди-ка. Вот. Нет, давай-ка. Цепляйся вот сюда. Да не ты, идиот. А ты. ТБД. Так, ты. Рико, вертолеты уже здесь. ЗРК не сюда. Успеет заработать. Так. Да успеет, конечно, подожди. Еще куча времени. Вот, видишь, все успели. Все довольны. Кажется, получилось. Я завел так. Себе новых друзей. Так, а ты теперь... Оу-оу-оу, что происходит? Так-так-так. Спасибо, Дайма. Так. И спасибо, что побыл морской свинкой. Поговорим позже. Ответь, Рико. Алло. Он не взорвался. Это я, Марио. Марио Фриго. Помнишь, где бабуля моя живет? Она сегодня будет готовить. Где? Обязательно. Прием. Вот она. Мне очень нравится эта игра. Что? Да у всех они есть. Рико, ты должен сказать прием. Прием? Прием. У всех? Прием. А, дались тебе эти камлинки. Бабушка уже на кухне. Не опаздывай. Прием. Блин, долго он летает. Это не очень хорошо. Ну да ладно, я куда-то прибыл. Рико, это ты? Рико. Это я, да, папуля, это я. Как ты похудел? Ну да, блин. Летать такой, на такой высоте, блин. Постоянно кирпичи откладывать. Как тут не похудеть? Так, что дальше? У меня будут вообще какие-то улучшения или нет? Так. Привет, Рико. С возвращением в Медичи. Это Олеся, стадио Дель Революсьон. Марио сообщил мне, что ты хочешь вот освободить на Бентли смахивать и уничтожить станцию Веслек. Эй-эй-эй, дурак, что ли? Блин, я покататься хотел. Свяжусь с тобой, когда ты будешь ближе к месту. А это... Так, тап. Модификаторы. Так, модификаторы... Это у меня есть. Только у меня ничего нету, чтобы их открыть. Так, куда мне нужно? Не сюда? А, ну я сейчас могу выбрать, видимо, любую миссию. Открывать район за районом. Ничего себе. Это я всего лишь на маленьком островке. Ну, отлично. Так, выберите. Так, выбрал. Установить маршрута. Так, ясно. Где? Сюда. А, на Shift или на E, не помню. А как? Он не бегает, да? Так, вот, понятно. Подлетай давай. Отлично. Так. Вау, круто. Чудо.
Давай, выплывай уже. Как я теперь, за что я зацеплюсь вообще? Цепляться не за что. А, вот. Мне нужна твоя яхта. А ты поплавай. Да. Вот мы его отправили в плавание. Ну, блин. Приветствую в Манее. Это моя родина. Так что мне особенно больно видеть, во что Диравелла превратил город. Сейчас, подожди, меня тут еще просто не было. Вон там здание висит. Или нет? Нет. Так, летим, летим, летим. Лети давай. А, нет, не висит. Так. Давай, давай, давай. Подлетай. Ну ты идиот. Так, вот антенки, их нужно ломать. Этот голос! Заставь его замолчать. Да без проблем. Так, поехали. Опа. В области обнаружен враг. Всем бойцам доложить обстановку. Ну вот еще. Принято. Вот так вот. Отправляю подкрепление. Центр. Цель не найдена. Отыщите его. Это было просто. Полицейские участки даже захвачены МДР. Освободи их. Уничтожь статуи, Рико. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Нету гранат. Это плохо. О. А, стреляет тоже нормально. Давай, спину ему. На чем он висит? Отлично, статуя уничтожена. Мы его потеряли. Возвращайтесь по местам. Так, ясно. Ну. Вот такая вот игра, друзья мои. Мне она очень даже понравилась. Буду ее проходить вместе с Far Cry Primal. О, вертолет. Очень даже веселая, мне нравится. Ну, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем удачи и пока.